Здорово, господа, с вами Пронагибатор Нео Папа. И сейчас будет мегагосовский просовский гайд по игре Dota 2. Гайд на пугну! Ну я уже делал на нее там раз, не знаю, раза 3-4, короче, гайдов. Сейчас еще один. Сейчас еще один сделаю, ребятки. Так, 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 так. Да ёлки. Ладно, сейчас попробуем. Попробуем качать ее, может, через третий скилл. Или снова, как всегда, через 2-1. Через 1-2. Не знаю, не знаю. Так, давайте Б. Не-не-не-не-не, будем бомбочку, по-любому. По-любому будем бомбочку качать, ребятки. Так я не люблю ее качать, вообще третий скилл. Нафиг он бы нужен. Давайте подорвем. Бух. Ладно, и будут снова без третьего скилла. Хотя у них, смотрите, у них он прокаст неплохой, да? У них и рейд хороший. Да, 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 да. У них вот это вот. Дестер, если качается, то будет хана нам всем. Ладно, давайте качнем. О, смотрите, 80 маны. Давайте поставим вот тут, а вот его. Да ну, отбирает ману. Да, мало. Что-то оно мало отбирает. Смотрите, смотрите, как видно его. Сейчас его еще... Я сейчас его еще... Ой, да смотри, сейчас его солью. Я хочу делать херницу, я буду тебя зря темпа, Дема. По КД. Да нету, прыгал. О, я ФБ сделал. Батя ФБ сделал, ребятки. Я, короче, ФБ сделал. Так, берем сапог. Надо бы брасер, да, давайте. Так, и побежали снова на мид, на низ. Так. Так, а посмотрим, пока я бегу, посмотрим, что тут у нас на топе творится, да? Вот видите, это тот самурай, что-то он. Он вообще непонятно, что он качает. Да ладно. Так, 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 так. Давайте Барри фарм дадим. Во, да я сейчас тут поставлю вот эту штучку, на! А ну-ка, сколько вторая, давайте посмотрим, 2 секунды. Ой, да что ты делаешь, а? А, то он ее разрушил, он раньше, сколько у него расстояние? 1600, да это надо... Да можно было бы не ставить так близко, да? А тут сколько оно? 400. Не знаю, не знаю. Что-то она мало забирает маны вообще. 1,5, 3, минус... Да не, надо качать все равно, минус 4. Давайте поставим, пусть. Да, блин, нифига оно не отнимает. Ничего оно не отнимает. Куда ты вар, сука, хочет? Давайте, давай. Ого, сейчас меня сольют еще. Да, у меня зато веток полно. Не, херня, через третий скилл вообще тупо героя качать. Вообще пугно, не пугно. Я дерьмецо. Ну я попробую для разнообразия. Да-да, лучше второй бы, 6 секунд. Колдаун, короче, не будем ни хера третий качать. Нафиг он нужен. Вообще лучше плесуп качал бы.
Плюсы б лучше качал бы, было больше толку. Ну, все, ладно, ставим уже, раз прокачали. Делать нефиг. А вот вор ТСС аккуратней. Хотя коэффициент урона сколько там сейчас, смотрите, 1.20. Да, его раз надо качать, больше не качать, да, вон, смотрите. Коэффициент урона меньше и меньше, 1.25. Чуть-чуть увеличивается всего, да. Третьи, ребятки, качайте только раз. Разочек качните и все, больше его не качайте, не максите. Он нафиг не нужен. Тут сразу видно, что от него, давайте поставим вот такого, пусть стоит. Ну что, он дальше уже увеличится не сильно, сколько он, на 0.25 больше, да толку его качать. А то, что минус мана, она нафиг никому не нужна. Опа, давайте взорвем. Ух. О, мои крипы. Да, она его чуть-чуть коцнула. Вот еще меня сольет. О, да, меня сольет. Сука, ну. Походу он первую прокачал. Дабл килл. Да-да-да. Почти дабл. Так, берем брасера, ребятки. По-любому брасер. Не, давайте, наверное, еще что там еще. Так, кольцо. Не, давайте лучше аркан собирать. Нам МП надо. Срочно МП. А что это за коэффициент урона? 1.25. Пугна, стреляющий. Ага, вард. Вспышка маны по врагам, которые осмелились применить заклинание в то время, как... Короче, магия маны наносит урон, равный коэффициенту урона, помноженному на ману, потраченную вражеским героем. Кто его знает, что оно... Ну, видите, без второго скилла тут вообще ничего пугно это не сделает. Так я бы уже замедлил бы его и бомбочку кинул. А так нифига. Давайте хоть бомбочку. Ух, да бесполезно. Бесполезно. Давайте тут подальше поставим. Вардишка. Чуть-чуть отбавляет. Ой, сейчас поменяется. Фух, не поменялся. Давайте ульту качнем. Ульта — это аджор. Это аджор, кто не знает. Пухный самый такой. А мы сейчас еще, может... Мы сейчас его, может, еще и накажем. Да, у него Джора многоват, но что он худенький, это пугно. Да-да, худенький. Вот поэтому нужно ему третий скилл не качать, а качать плюсы, ребятки. Потому что пугно худенький, ему первый, второй и плюсы нужно качать. Тогда он не будет худеньким. Да, видите, третий даже КД не увеличивается. Так что разочек качнуть и хватит. Чтоб просто что-то в замесе делал. СС-мит. Так, а ну давайте тут поставим, может кто-то в лесу там стоит, смотрит. Чтоб он там просто долго не стоял. Вышел ко мне не Аушен, а Серафим.
Бомбочка, бомбочка. Да, 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 по тупому качнул. Сейчас бы у меня... Сейчас бы у меня еще второй бы скилл был бы, да? А так, видите. Ну, сейчас мы его сольем еще. Ты... Ну вот вар стоит, давай, давай. Неплохо он хоть. Пушка его не сольет, сейчас посмотрим. Да никто его не сольет. Да у них минус мана. Да ну-ка, что там, да-да-да-да-да, убирает ману потихоньку. Вот. Бах. Наши тут еще на топе, смотрите, неплохо вышку так снесли. Так, давайте его тут поставим. Ух ты! Что творится? Туда еще там двое к вам вышли. Ой-ой-ой-ой, блин, бомба, бомба! Да сука, я D-кнопку, D-кнопка перепутал чуть-чуть. Бара не разгонится. Вот. Ага. Ну кнопки поперепутывал, да, не нашел, мы пиво слили раньше. Ну ладно. Пусть пока побегает. Так, давайте, что ему собрать? Давайте меку соберем. Или не собирать. Не, давайте посмотрим на Изолорана нашего сейчас, что он там. Ага, он собирает. Давайте тогда усилок сразу собирать. Сразу усилок. Для пуны усилок это такой арт, который, с которым пугна любого керри выносит, ребятки. Любого керри. Так. У нас просто ульт. Ульт перестает кадешиться. Ну, КД вообще нет, мы просто отсасываем. Сколько хотим, столько и сразу кидаем. Сбили, мы снова кинули. Так, давайте. С, конечно же, С. Конечно же, второй качаем. Мама, на тебе бомбочку. Ага, манус. Смотрите, что он творит, а? Ой-ой-ой-ой. Давайте бомбанем. Ух ты, о. Блин, я забыл за этот. Ух, чуть меня не слили. Офигеть. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, давайте свалим на базу, ну его нафиг. Ну его нафиг, пока под хостой. Так. Ну, посмотрим, что там. Здоровье передается в секунду. Секунду со скипетром 180, 240, 300. А ну-ка так. Без скипетра сколько? 120, 160 и 200. Ребятки, на 100 дамага больше будет у нас. Так что скипетр это... Собирать по-любому. По-любому скипетр. Ой, уже ливнул. Изи, это изи, уже ливнул.
Давайте ауру включим. Ну, фигово, фигово с третьим скиллом играть. Хотя можно фигово, что там раз прокачать, то... Да, да, все-таки разокчик хоть надо его качнуть по-любому. А там плюсы. Что хотите, дальше сами смотрите. О, блин, уже видите. Про пугна, пугну увидели и сразу поливали. Ладно. Интересная такая игра получилась. Пойдем с барой. Цешка, дэшка, цешка, дэшка. Куда он донес? О, смотрите, тут вот Nevermore. Иди сюда, я как никак его не скрыть, конечно, ладно. Давайте тут вот поможем. Да. О, смотрите, он убежал. Наших сейчас разберут их всех. Иди сюда, тут бешеная пугна, где ты есть? Ну, соси его. Наконец-то. Как испортил. А, он... Сейчас поменяется вообще. Да он может не поменяется, кто его знает. Ну ладно. У него, наверное, ульта не было. Топ, он бы, наверное, поменялся. Ну ладно, доносим уже тут. Налегке. Ставим нафиг сразу наш этот вард. Вот интересно, этот вард он будет в лесу видеть или нет? Надо где-нибудь его... А, навряд ли он не видит ничего. Сейчас проверим. На руне поставим. Блин, вышку давайте, вышку доберем. Да-да-да. Ну, полный вообще тяжело забрать вышки. Ух ты ты, ух ты ты! Ой, шо я кинул, ни МП нет ни пиа. Ну ладно. Ну ладно, пойдем. Пойдем на Б. Пореем МП. Так, а ну на наших посмотрим. Амбара нормально, да? Тут уже почти радианса, но тут... Ну тут, тут они просто нубы против нас попались. Днище, днище играя тут. Понятно, что. Хотя у них пик, вот посмотрите, у них пик не такой и плохой. Давайте соберем усилок, продадим этот брасер нафиг. Так, давайте брасер продать. Опа. Все, смотрите, КД уже нету. КД нету, ребятки. Тут уже керри никакой нам не страшен один на один. Кидаем на него второй. И включаем ульту. Второй у нас 6 секунд КД. А действует сколько он? 3-5 секунд. У него он просто ничего нам не сделает. Мы снова он... Выйдет со второго, короче. Мы снова через полторы секунды снова кидаем. Второй и снова ульту кидаем. Так что так, пугна это один на один, а любого керри вынесет. Опа, давай, смотрите, как я делаю. О-о-о, сюда. Ух ты. Бомбочка, бомбочка. Ну тут уже вот, когда мы уже усилок собираем, нам уже толку бомбочку кидать. Лучше нам уже... Хотя бомбочка еще башню бьет.
За месяц, да, может, 300 каждому нанесет. А так, если кидаем сразу ульту. Давайте, смотрите, две башни. Ух. Да, блин, поливали уже фигово. Ну, тут бы мы по-любому бы выиграли. Потому что пугна нагибает. Давайте, смотрите, две башни. Ну, смотрите еще, как пугна. О, смотрите, вылез. Давай, ну, блин, нафиг я на нее кину. И сюда. Куда ты на пугну нарвался? Куда ты на пугну нарвался? Пугна еще тут, она может... Так, надо варды купить сейчас, давайте. Эх, блин, ну тут, короче, можно... Дальность ульта у нас очень большая, мы можем там их просто под колодцем сливать. Давайте выкупим. Сейчас я вам покажу, как это делается. Ого, они тут еще варды поставили. Нарисовали что-то. Что там он пишет? Ты как радио. Ага. Да-да, как радио. Где я есть? А, он. Давайте сейчас мы его... Сейчас мы его накажем. О, давайте, пойдем. Сейчас мы кого-то тут по-любому сольем. Иди сюда. Что тут думал, убежать? А вот фихти. Смотрите, что творит пугна. Да никуда он не убежит. Нигде не спрятаться, дружок. Нигде не спрятаться. Нормально. Ух ты, что творится, а? Ну ладно. Ладно, чуваки, с вами был ProNagibator Neo Papa. Вот так я тащу за пугну. Смотрите, 7-5-8. Конечно, рачины. Все, короче, до новых встреч. Пока. Давай, чувак, давай. Ugh.